А перед началом данного видеоролика хотел бы посоветовать вам канал Тернопольского Бола. Здесь вы найдете КБ арты, анимации и многое другое. Ссылка будет в описании. Всем привет, с вами Ром94Ром. И сегодня я буду играть в игру под названием «Во-финал стратегии и тактика за Финляндию». И выполню задание, 20 дивизий государства СССР должны быть уничтожены. Приятного просмотра. Для начала распределяем войска по стране, а также строим подкрепление в провинции Тампере. Теперь ожидаем нападения СССР. Как видим, СССР на следующий ход напал на одну из наших провинций. Но ничего, сейчас мы ее отобьем. Посылаем две дивизии в Петрозаводск. Затем сбрасываем две дивизии элитной пехоты в Кейм. И шесть дивизий советов оказались в котле, добиваем их. Осталось уничтожить еще 14 дивизий. Советы отбили у нас Петрозаводск, но это на нас никак не повлияло. Посылаем 12 дивизий в Сартовалу и объединяем войска. В конце игры ничего интересного. СССР захватывал у меня провинцию Юэнсу, а я ее потом возвращал. И так 4 раза, пока не выполнил эту задачу. Задание выполнено с минимальными потерями. Мы потеряли одну элитную пехоту на 16 пехотных, 4 моторизованных, одну артиллерийскую и 4 танковых дивизии СССР. А на этом все. Всем удачи и пока.